Здравствуйте. КВН – молодежная передача, но какое 60-летие обходится без бардовской песни? Парам-парам, па-бам-па-бам, парам-парам, пам-пам, парам-парам. Что происходит на сцене? Идет КВН. Класс! А куда он идет? Никуда, он на сцене. То есть стоит? Объясните, блин, кто-нибудь Лене. Лена, когда он идет, он на сцене стоит. Странно, я если стою, никуда не иду. А если иду, то стоять не могу совершенно. Этим ты отличаешься от КВНа. Он хоть стоит, хоть сидит, все равно он идет. И долго он так? Ну, примерно уж лет 60. Лет 60? Офигеть, даже дольше, чем Путин. Дольше пока что, но делать прогнозы не будем. Станет понятнее еще через лет 60. О, Шнуров в жюри. КВН он пришел поздравлять. А что же он будет судить? Здесь же мата ведь нету. Сенька, но ты ведь исправить легко можешь это. Мат в КВН не буду я употреблять. А как Александр Васильевич? Он огурцом. Что огурцом? Ничего, просто выглядит классно. Фух, я уж думала. Лен, помолчи уже, ясно? Стой и торгуй своим асимметричным лицом. А может, расскажем всем, кто где работает, Сень? Продюсер. Продюсер. Актриса. Банкир. И лесничий. В жизни у нас все сложилось, ну просто отлично. Знаете что, а идите-ка лесом вы все. Чтобы рассмешить всех, нужна еще шутка про секс. Шутка про что? Я забыла, что это такое. Помню, что быстрое что-то и очень плохое. Лен, вот не надо, сейчас хватит, нормальный был секс. А может еще футболистам, ребят, насовать? А нахрена они ж сами себе насовали? Так насовали, что лучше мы сможем едва ли. Вот что, Семен, можно сексом нормальным назвать. А что же нам всем делать дальше? А делать детей. Чтоб наши дети играть в КВН продолжали. Я не хочу, чтоб над дочкой моей так же ржали. Делайте сами для этой программы детей. А чем же нам песню закончить? Давайте соврем. Скажем, что без КВНа прожить мы не можем. Сделаем вместе при этом печальные рожи. И подаваться из зала красиво уйдем. А если не врать? Ну давайте им правду споем. Скажем, что без КВНа отлично мы можем. Сделаем вместе при этом довольные рожи. И в тишине наступившей позорно уйдем. Но ведь и тут не вся правда. Ну скажем, как есть. Без КВН сейчас у нас все офигенно. Но не случилось бы этого без КВН. И если уж честно сказать, то нормальный был секс. Спасибо. Не с тобой. Спасибо. Па-ра-па-ра.